Да, а это растение и красный вот этот цветок пусть напоминает нам о том, что Христос, Он пролил кровь свою вот красным цветом так. Да, это такой подарок вам. Съедобный. Да, как ваше здоровье? Да, вот это лучше всех. Да. Сижу и все. Вот это такое здоровье мое. Вот, ну какое. Я жду, пока внуки прибежать, проведают. Вот это все. Да, ну сегодня вот столько внуков пришло к вам. Да, спасибо. Спасибо вам. Да, мы хотим поздравить вас с Рождеством Иисуса Христа. Подарок. Это пряник на наши девочки спекли. Поздравить вас с Рождеством Христовым и Новым годом. Спасибо. Одержите. Мы вам хотим подарить христианскую газету. Советуйте другим верующим людям тоже. Такие вот журналы. Да, здесь каждый день, на каждый день Слово Божие. И календарную стену. Закрываем. Закрываем. Мы хотим ненадолго вот поздравить вас и так внимание уделить немного. Благодарю, пусть он будет напоминать вам о Рождестве. А еще мы хотим подарить вам в пакетике, тут есть несколько таких подарков. Это и газета христианская. Ага. Вам она приходит или нет? О, нет, угу. Я благодарю за... Вот. Да. Еще вы прочитаете, может, неверующим дадите, кто есть у вас. А также там есть еще календарик с рыбой. Ага. Вот. Есть еще на каждый день книжка такая, чтобы мысли с Библии вы могли каждый день себе черпать. Да, Евдокия Андреевна, мы рады вас приветствовать и вместе вспомнить о Рождестве Иисуса Христа и вам тоже напомнить об этой радостной вести и уделить такое небольшое внимание вам, вашей семье.